большая работа, кропотливая. Полгода ушло на то, чтобы вот мы сегодня могли на двух площадках открыть наши замечательные выставки, пригласить наших многоуважаемых коллег-художников из разных стран. Дело в том, что, к сожалению, случилось так, что на момент, когда мы все это организовывали, было гораздо больше заявок и желающих приехать к нам в город. Но вы понимаете, как порой идет информация, мы когда слышим по утрам, что на Мариупольском направлении и так далее, и так далее, и так далее, и люди звонят, они, к сожалению, боятся, их можно по-человечески понять. Кто-то очень поздно получил информацию по неведомым нам причинам, и люди сказали, что да, мы хорошо, мы готовы участвовать, но не успеваем. Смотрите, какие заявки были поданы, но, к сожалению, чисто по техническим причинам мы не в состоянии были это все организовать, доставить сюда работы и представить их на наших площадках выставочных. Я очень рада, что мы все вместе сегодня открываем эту прекрасную выставку, посвященную Архипу Ивановичу Куинджи. Είναι μια λαμπρή ευκαιρία για να θαυμάσουμε έργα ανθρώπων, καλλιτεχνών, οι οποίοι εξετίμησαν την καλλιτεχνική αξία και την πρωτοποριακή στάση του Κουίντζι στη ζωγραφική και τον μιμήθηκαν Для нас, большая честь сегодня присутствовать на выставке последователей Архипа Ивановича, последователей, которые оценили его труд, оценили его искусство, которые пытаются популяризовать его в сегодняшний день.